Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэтмакс и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. У нас снова рубрика «Какой аниматроник настоящий?». Кэтмакс, поздравайся. Всем привет. Я придумал так, что мы поставим очень много NPC, и есть такие же у нас точь-в-точь пилпаки. И определить, где настоящий, где нет, будет, наверное, очень сложно. При этом мы будем брать руки камеру. Видите, ничего не видно, ни ника, кто это ходит. Всем сделали по одному хп, и с посрача я смогу вырубать, если это человек. Вот так вот. Видите, этот не бьется, потому что это не настоящий. А настоящего... А ну, Кэтмакс, подойди ко мне, я вырублю тебя. Покажу, как это выглядит со стороны. Во, смотрите. Хоп, все, я угадал, что это человек. И он будет со мной ходить и их искать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А я немножко улечу, чтоб не видеть, где они там ходят. Так, все, вообще не видно никого. Давайте, ребята, даю 10 секунд слиться с толпой. И мы будем начинать. Все, я надеюсь, уже можно идти. Спускаться со ступенек, модным быть. Наверное, будет очень сложно угадать, где кто ходит. Но если кто-то будет shift нажимать, сразу будет видно. И я их буду палить. Вот-вот-вот, смотрите, идет челик. Вот он, как вы думаете, настоящий или нет? Уже пора кого-то вычислять. Вот-вот-вот, я вижу, вот это вот настоящий человек ходит. Нет, не угадал, не угадал. Вот. Тоже нет. А их так много? Они с первого раза могут не вырубаться. То есть именно подходишь, ты можешь промахнуться. Надо прям специально нацелиться на них. А-а-а. Я слышу, как я бью. Я слышу. Вот. Блин, видите? А вот это вообще нельзя ударить. Блин, непонятно. Вот мне кажется, сюда человек ходит. По-любому ходит человек. Есть, я угадал. Давай, теперь ты. Показывай. Как ты думаешь, где ходит не настоящий? Вот, да? Или не? Прикольно, мы придумали. Когда вычисляешь аниматроника, построча бьешь. Угадал, угадал. Так, ну надеюсь, кто-то будет вообще здесь сильно замаскирован, и мы его никогда не вычислим. Так, они друг в друге застряли, мне кажется, это не настоящий. Вот-вот-вот, смотрите, ходит. Давайте подумаем. Так, идет. Куда он идет? Если он резко повернет, не... Вот, смотрите. Непонятно. Как думаешь, это человек? Давай попробуем. Нет. Ну. Нет, постарач не прописывается. Откуда тут солнце светит? Прикольно. Один лучик от солнца. Непонятно. Все ходят и лупят центральных. А где-то, наверное, где-то... Если я буду прятаться, я буду прикольно. Я буду где-то шкериться за углом. Или в дом забегу. Вот, мне кажется, вот этот человек начал ходить. Вот прям видно. Нет. Нет. Вот, Чика ходит. По-любому. По-любому человек. Нет, не настоящий. Искусственный. Давайте в центре соберемся карты и посмотрим, сколько нас. Так, раз, два, три, четыре... 3, 4, 5. Еще 6. Так что мы никого. Мы уже всех нашли, что ли? Ну да. Кого вы ходите? NPC ходите, бьете. Так, давайте, кого я нашел самого последнего? Ты кого вообще нашли? Меня нашли в таком. Так, акула, тогда улетай. Улетай за карту, мы скажем, когда тебе идти сюда. Все, он скрылся. Пацаны, берем, сливаемся с толпой. А я еще поставлю парочку штук. Нет, вот эти всегда они жесткие какие-то. А, это тот же самый. А чё другие не берутся? Создать с помощью... Ага, все, я уже вижу, FPS начинает немножечко падать. Ну, мы их поставим очень много штук. Так, я скажу, когда акула, еще не лети. Еще рано. Очень рано. Вот, это вообще мы сильно сделали. Пилпак. Так, давайте, наверное, возьмем все-таки вот этого челика. Так, акула, я тебе сейчас скажу, когда можешь вылетать. Все, можешь идти искать нас. Так, я слышу, как он уже лупит пацанов. Так, тут вообще столько NPC ходит, как у себя дома. Так, давайте будем наблюдать, как он лупит всех посрачами. Так, слышу, лупит. Так, нашел тигра. Так, я вижу, где ходит тоже настоящий челик. Пошел. Вообще не палевно. А не, хотя ты, наверное, NPC был. Я слышу, как он лупит их. Так, там эти аниматроники проломали ворота. Так, нашли еще одного. Так, идем.
Так я вижу, где человек ходит, я вижу. Пацаны, кого там нашли, кого не нашли? Меня еще не нашли. И меня не нашли еще. Я хожу. А, вижу, пацан бежит, 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 бежит. Так, хочет кого-то ударить с посрача. Классно, что я поставил много вот этих Фредди медленных. Они вообще так беспалевно ходят. Особенно вот этот медленный, вообще желтый. С поломанной... А, у меня тоже поломанная рука. Он так медленно ходит. Надеюсь, ребят, вам эта рубрика нравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Потому что я всегда пытаюсь что-то новенькое придумать. Надеюсь, эта рубрика вам зайдет. Будем ее частенько снимать, просто на разных картах. Ходят, ходят, лупашат. Так, камера в руках, чтобы было обязательно. Так, чика не настоящая. Так. Кэт Макс, тебя нашли? Да, меня нашли. А, ну ищите теперь настоящих. Непонятно, кто настоящий здесь. Так, надо посмотреть, как Фредди реально ходит, а то я, наверное, палюсь немножко, да? Ха-ха, только и слышно, с разных сторон построчи летят. Лупаш, лупаш! ФПС немножко проседает. Давайте удалим парочку штук. О, отлично. Давайте гуляем, гуляем, гуляем. Кэт Макс, я забыл тебе сказать, чтобы ты мне жизнь убавил на 1%. Это прикольно. Можно вечно так играть и издеваться над вами. Пацаны, давайте, кого нашли, идите на центр, я посмотрю, сколько вас. Вообще классно, не вообще не палюсь, просто иду себе и все. Ай, нашли! Да ладно! Так, кто еще остался? Все в центр заберите, соберите. Да, давайте, может опять всех нашли? Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, пацаны, теперь мы можем брать админские пистолеты, а он может нас убивать. Все, ты можешь нас убивать. Только не так, что сразу всех скосили. Димас. А че он не умирает? А, умирает. Ребят, берите админские пистолеты. А, они не могут брать, тогда будем играть Макс с тобой вдвоем. Так, будем выносить потихоньку, искать его. По-любому где-то тут ныкается. Надо всех убить на карте. Так. Вынести всех, пацаны. Пошла миссия. Ой, я кого-то из пацанов убил. Извините, обстоятельства. Так, давайте вообще что-нибудь жесткое сделаем. Сейчас. Атомная бомба? Нет. Ах ты скромный мужичокс. Буду мстить. Тут еще аниматроники по карте все бегают. Пацаны, убегайте. Бум. Не-а, не убила. На рабочий стол? Не на рабочий стол. Вот это ярко на улице, очень. О, тут дамажит, только не сильно. Че, живые остались? Хорошо, пацаны, собирайтесь на центр, я вам покажу еще одну бомбу. Как ее активировать, надо будет... Только я скажу, когда в них стрелять. Короче, надо в нее будет пострелять, и она взорвется очень сильно. Сейчас, 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 есть у меня. Вот она. Да, только, пацаны, я скажу, когда активировать ее. Мы всего взорвем. Ой-ой-ой, пацаны, я не знаю, вылетит горит смот или нет. Ну, что, давайте, стреляем хоть по одной какой-нибудь. Бум. Вот такую вахханалию люблю делать. Воу, это все бомбы сейчас взрыв... Ух ты. Ты что там сразу, просто моментальная смерть. Это однозначно лайк. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Крошка, Крошка, Рекер, Плагин, Фисташка. Как всегда, очень много классных подписчиков. Скажите крутые слова. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, какой аниматроник настоящий. Крошка-крошка, как сюда будет нас искать подсрачника. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ты же помнишь, что надо камеру в руки брать? А ну стой. Блин, это я. Я думал, ты будешь дольше искать, ты сильно быстро. Ну я же жест.
Да какой ты жесткий, ты обычный. А пока все карты мы поудаляли двери. Нет, это не ты. Я тебя потерял. Я иду, я иду. Я иду за угол, сейчас буду заходить. А где этот угол? Не знаю, я по школе хожу. А мне кажется, ты меня обманываешь. Нет, я тебя... А зачем мне тебя обманывать? Я убил кого-то. Фисташка, а теперь ты ищешь крошка, а крошка? Фисташке временно отключен микрофон, у нее какие-то технические проблемы. Угу. Кто-то орет там у него, у нее на фоне. Ну я не знаю, стой, кто. Ой, Фокси, я тебя видел. Фисташка, ты очень быстро попала. Все-таки мы, я думаю, будем над ним очень долго издеваться. Так, кстати, я настоящего игрока сразу вижу. А нет, это... NPC так ходит, как игрок настоящий. Серьезно говорю. Идет, свернул, спрыгнул с дорожки, повернул. Вот это у них... Может, добавили искусственный интеллект уже? Нейронные сети в Гаррис Моде? Было бы прикольно. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Мы записываем очень крутые режимы, веселимся и поднимаем настроение. Стой! Ага, дирижабль. Мы с Фокси убегаем. Давай. Фокси, молодец. Это кто у нас? Крошка? О, подожди, крошка. Бульбазавр, давай, я в тебя верю. Ты сможешь. Побежал. А я бегу. Я знаю, что вон там был бульбазавр, я ему дал. Он за мной. Надо быстро сливаться с толпой. А здесь Бонни на карте мало. Мало, да, на. Я бегу. Ой, я где-то я бегу и спамню новых. Чтоб ты перепутал, где я. Заметаю следы. Так, их же двое, ребята, вы же помните, фисташка тоже ищет. Так, я слышу, подсрачники по всей карте сверкают. Золотые посрачи. Золотой посрач. Это посрач убийств. Нет! Нет! Иди, быстро! Не может попасть. Значит, ты мне... Вот, а ты. Вот, нет, блин. Ты. Так я что-то попутал. Я, короче, специально поставил 3 штук, чтобы ты не нашел среди меня там. Вот специально меня стопит он. Ну как живой. Так, я вижу, бегает. Ого, у кого-то там кричат эти утки. Нет, я не хочу проигрывать. Стой. Нет, я не хочу проигрывать, я хочу еще немножко поиграть. Неужели ты такой жесткий? Ну помогите, спасите. Нет. Ага, они этот, все, я убежал. Кстати, я очень быстро убегаю. Меня невозможно поймать. Нечестно. Не, ну как это нечестно? Честно? Честно. Сейчас мы что-то придумаем, ребята. Мы сейчас добавим какие-то элементы. Я карту уже посрач дал. Вот это настоящий. Нет. Я вообще, знаете, что думаю? Может, этот режим допилить идеально, знаете как? Сделать комнату, допустим, и сделать там, допустим, 15 будет NPC, из них будет там 5 человек настоящих. И у человека будет 3 попытки всего угадать. Если у него угадывают, его убивают постоянно. И он опять заходит, как бы не понимая, где кто. Не знаю, надо как-то допилить. Все-таки идея очень классная. Так, я вижу. Это, наверное, игрок настоящий. Блин, он не так и на раз так классно ходит, я не понимаю, где кто. Путаетесь, да, тоже? Так, никто никого не может найти. Как-то жестко вы спрятались. А, много очень NPC-шек просто я поставил. Надо тебе в угол, Димас, зажать, найти. Да ты сейчас выйдешь сюда на улицу, на вход, ты офигеешь, что ты тут увидишь. Вот, ушел. Стой. Ты слишком быстро. А вот теперь... Не, пацаны, все, давайте не надо убегать, потому что, я так понимаю, они нас не поймают в этой серии. Давайте на умение сливаться с толпой. Ого, вас тут. Я даже на улице вышел. Я специально так сделал, чтобы ты не нашел меня. Есть одни Бонни. Блин, классно. Офигенно, идем. Как ты меня найдешь теперь? Вот как?
Только если бомба. Нет. Давай ищи, ты должен найти. Я буду теперь бегать в этом пятачке, я не буду никуда уходить и убегать не буду. Просто найди меня. Заложники. Просто найди. Они тебя заложники взяли? Да. Не выпускает. Мочите его, пацаны. Блин, классно, когда их много и все одинаковые. Вот как догадаться? Никак. А я гуляю по проспекту. О, блин! Ладно. Я просто уже хотел тоже поискать. Мне хочется пацанов помочить. Так, камеру взял в руки? Взял. Ну что? Нет. Пацаны, давайте, кого нашли, кого не нашли, чтобы мы знали, сколько человек мы ищем. Меня не нашли. Меня не нашли. Так, бульбазавр. И что? А ты убегаешь, стой. Меня еще. Нельзя убегать, мы же договорились, бомжи. Ладно. А блин, смотри. Ха-ха-ха, вот умный. А как попасть ногой, если она кривая? Надо ее выровнять. Давай, можешь убегать. Давай, на скилл. Споймаем мы тебя или нет? Мне не показалось, они все исчезли. Да, я всех удалил. Остались только настоящие игроки. Давай, иди сюда, бомж. Ты сделал, чтобы узнать, кто победил, да? Чтобы было нам легче конкретно его поймать. Пусть он... Ой, мы друг друга мочим, пацаны. Ну, мне кто-то зарядил кому-то лицо ногой. Давайте. Блин, вот бы и попал. Ну, чуть-чуть не хватает чего-то. Ну. Ой, я В нажал вместо удара, вот красавчик. Давай, смейся. Посмеялся. Я буду махать бесконечно. Это же невозможно. Да ты так легко убегаешь. Нечестно. А, давай, повторяй за мной слова, мои любимые. Один игрок против всех, что ли? Или кто-то еще есть? Я один остался. Скорее. Да ладно, ты красава. Я ничего остался. Давайте, гоняем его. За ним побежали, толпа. Давай в школу забегаем. А что ты в школу не забегаешь? Он учится не хочет. А, все, ребята, теперь мы его поймаем. Знаете почему? Открывайте выходы. Ну, вот я и ударю его сейчас. Блин, он со школы выбежал. Сыт. Блин, еще чуть-чуть и попаду. Так, я вход загородил. Идите сюда ко мне, пацаны. На вход. Да вставай. Все, вставай. Вот так и стой. Давай. Ну уже. Мне кажется, у тебя много хп. Я тебе попал. Ой, гранатка пошла. Сколько у него хп? Пацаны, давайте будем гранатами его выкуривать. А ну иди сюда. Мы что, уже знаем кто? Зачем камеру нести? Вот ты молодец. Знаете. Зачем было стоять? А где он? Гранат. На. Уже убили давно. Так, ну что, давайте сделаем, как всегда, эпический взрыв. Я сейчас наставлю. Сейчас тебя это. Догоню тебя и помешаю. Не сможешь. Так. Не понял. Все, лимит 52 штуки. Кстати, вообще не лагает. Ой, класс. Так, пацаны, давайте я взорву не очень мощную бомбу. А что-то такое мощно взрывается там. Без нас. Сейчас. А, допустим, мы не взрывали 1000 лет. Я мысль потерялся в этой школе. Меня бомбы пришибло. Пацаны, прощайте. Не взяло. Я взял, что эта бомба не может их убить. Сейчас мы добьем. Ребята, мы как всегда сделаем свое дело в конце. Хоть ничего не вижу. Так, хорошо. Делаем тут спауны. Нет, так мы сейчас их взорвем, подожди. Я просто послал спауны, чтобы умирать и появляться здесь. Сейчас я взорву бомбы, которые их точно возьмут, смотрите. Это надо нам брать. Они не... Как это бессмертные? Так. Вот, смотри, смерть, надо другого, вот, смерть. Другой пилпак оружия брать. Хорошенько. Но... А вон я еще живой не вижу.
пацаны, прощайте. Нет. Я живой. Ой-ой-ой. Я живой. Цепная реакция почему-то не идет. Мне не расскажется, что он прям графон подпиливает, говорит, смотри, такие картинки выдает крутые. Во! Да, блин. Цепная реакция пошла. Почти меня достал. Вот и все, никого нету. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками играем в Гаррис Мод, карта у нас школа Балди. Вам понравилась рубрика «Какой аниматроник настоящий?» Я буду первый угадывать, а там дальше как получится. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Ну что, пацаны, я уже иду. Все. Я не знаю, где кто. Может, как-то мы потом добавим так, что не будет бесконечной попытки? Так, они здесь так топчутся, это жесть. Хотя все равно 60 кадров, очень оптимизированная карта. Потому что сделана на основе Team Fortress 2. Так, я думаю, что вот это. Нет, я не угадал. Ой, не то нажал. Так, сейчас кто-то спалится. Вот я сейчас увижу. Кто-то, вот этот Фокси, это настоящий игрок. Давайте понаблюдаем за ним. Уперся. Вот. Я вижу. Ну спалился же, я вижу. Ну это же ж ты. Нет. Да блин, да, реально сложно. Но мне это нравится. Так, сейчас кого-то я найду, нас уже двое будет, нам будет легче находить. Пацаны, видно, профессионально сливаются, тоже в стену уперлись и газуют, да? Есть, угадал! Фух, я думал, я никогда этого не сделаю. Вот пацаны ходят, вот сейчас кто-то из них тут тоже не настоящий. Или настоящий, я даже не знаю, как правильно сказать. Так, вот. Вот смотрите, вот этот, сразу видно, что это игрок. Нет, я не угадал. Вот это вот. Посрача. Так, а ну где Фредди? Давай вместе будем ходить угадывать. Веселее вместе. Так, с камерой ходит. Так, Фредди. А ну давай пропиши этому челику посрач. Плохо нет анимации подсрачника. Было бы эпично. Не угадал. Этого тоже не угадал. Они карту поломали, что ли? Так. Вот этот, мне кажется, челик стоит. И это видно, что игрок настоящий сразу. В воздухе можно построча прописать? Блин, я застрял в нем. Есть, я угадал. Я знал, что он стоит и смотрит просто. А ну давайте этого побьем. Нас уже трое, ребята. Такс. Может, мы сделаем потом рубрику. Будет всего 5 аниматроников, и из них будет 2 или 1... только игрок. И надо будет угадать там с двух вариантов или с одного раза. Мне кажется, надо будет в следующий раз так сделать. А если не угадываешь, то в кислоту падаешь. Не знаю, мне кажется, идея очень классная. Угадай аниматроника или умри. Ну что это такое можно сделать? Вот мне кажется, вот этот челик настоящий. Надо просто попасть ему построчем. Нет, все-таки не настоящий. Так. Вот он ходит, маскируется. Тоже не он. Пацаны, ну что, вы понаходили еще кого-то? Только я слышу, как подсрачники сверкают. Вот кто-то из них точно тут где-то шкерится. Так, с не находим. Нет, это не он. Давайте понаблюдаем за Фокси. Идет. Вот сразу видно, что это игрок. Спалился, я тебя выхватил. Нет, это не он. Вот он, уперся в стенку. Типа морозится, это не он. Тоже не он. Вот это по-любому игрок. Тоже NPC-шка. Ты. Не ты. Ты. А ну-ка, давайте, идет. Уперся в стенку. Похоже на NPC, давайте проверим. А вдруг? Я еще хотел больше поставить, пацаны говорят, не надо. Я вообще хотел 1000 штук поставить. Ого, тут движуха. Тут надо просто движуху лупашить. По-любому найдем. Ого, они тут все ходят. Так, пацаны, давайте, кого нашли, давайте заходите прямо в саму школу. Чтоб мы знали, вдруг мы уже всех нашли. Жду вас тут на входе. Так, Фокси уже тут стоит. Еще у нас уже, так, 3 человека. Только трое нас? Получается, еще 4 надо найти, пацаны. А, не, вот еще пришел. 4. Получается, 3 человека нам еще надо найти. Пацаны, давайте, 3 человека ищем. Так, будем наблюдать.
Вот мне кажется, вот этот просто человек шкерится специально, чтобы его не нашли. Нет, это не он. Вот он. Тоже не он. Блин, в этот раз как-то сложно найти. Пацаны, наверное, лучше маскируются. Так, будем прям всех сейчас проверять. Кого-то найдем. Так, так, так. Пацаны, наверное, уже тоже этого проверили. Смотрите, как сразу начинает сваливать. Мне кажется, это он. Нет, не он. Ты. Не ты. Как же можно так заныкаться, чтобы... Вот. Вот это он. Не он. Тоже не он. Фокси, Фокси хитро ходит очень. Всегда как-то очень быстро. Ты же, я уже стенку все оббил, но не могу найти. Пацаны, вы на кого-то нашли еще или нет? Устал. Я тоже посижу. Очень сложно. О, если возьму третьего лица, я буду видеть их имена просто для эксперимента. А, да, я же с фонариком, не будет видно. Так, давайте так немножко поиграем. Не он. Тоже не он. Так, часть аниматроника вообще пошла на ту часть карты. Ну и кто играет за аниматроником, не уходите далеко. Потому что реально тяжело будет найти. Вот ты. Не ты. Может ты? Да, что-то мы не можем никого найти. Так, лупашим всех, но никого не могу найти. Мы сейчас посрочим и просто всем жизни вынесем. Так, я сейчас психану, начну админский пистолет брать и всех мочить. И выясним, кто из вас кто. О, кто-то кого-то уже замочил. Не, пацаны, не могу вас убить. Так, не знаю, сейчас возьму оружку какую-то. Буду оружкой мочить потихоньку. Я не могу найти реально. О, давайте возьмем меч. О, Serious M2 добрый. Ну чё, разошлись, пацаны? Начинаем мочить этих NPC-шек. Можно дубинками мочить их даже. Всех простреливаю, каждого. Потому что если 100, один хп, он сразу умрет. Так. Нифига себе, он что, не убивается, что ли? Какой-то бес... Это терминатор какой-то, пацаны. Да ладно, пошли попугай. Бум. Не? Нифига не получается. Пацаны, отойдите, пожалуйста. Я буду сейчас бомбы бросать. Вот это первый раз мы так долго ищем. Хотя это всего раз вторая серия. Не получается и так. Ого, прямо отскакивает просто. Хорошо, я психанул. Пацаны, извините, обстоятельства. Да блин, я его хотел убить, ты подбежал под пули. Так бывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ху-ху-ху-ху. Ого, оно подлагивает. Да блин, я какой-то псих. Вы меня тоже много раз убивали, поэтому я и умер сейчас. Норм, пойдет. Что-то не получается, да, с первого раза их найти всех. Аниматроники здесь даже, да, ходили, я видел. А ну давайте посмотрим, здесь они есть. Во, ходит здесь челик, может ты? Нет. Может ты? Пацаны, они вот тут, где забор проломали, тут еще ходят. Ого, там какие-то выстрелы мощнецкие идут. Чё там такое стреляешь мощное? Я тоже хочу. Во, пацаны, черное очко, третьего лица, ни разу не стрелял. Вы готовы? Стреляем в забор. Как вот она полетела. А, прицел же, что чё, правее. Что, не поломала забор, что ли? Ах ты, подлец. Скромника убил, ну ничего, бывает.
Так, пацаны, ядерная бомба. Ой, красиво пошла. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димасок, яблочный Нига, Angry Panda, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, пацанчики, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики, какой аниматроник настоящий. Надеюсь, я угадаю, кто здесь кто. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Давайте я еще поставлю парочку, чтобы было мне тяжелее. Вот прям вообще хардово было, и вам. Так, пошло. Давайте Фокси побольше. Они прям быстрые. И тяжело будет поймать их. Все. Я иду искать. Посрач работает. Подсрачник работает. Это все хорошо. Давайте будем вычислять, кто есть кто. Специально могут мимо меня проходить и троллить. Вот я знаю просто этих челиков, которые сюда записывают. Они могут. Вот такие. Мне кажется, вот этот дурачок уперся в машину, это игрок настоящий. Уходит, 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 значит настоящий. Нет, нет, я бы уже выбил бы одно хп точно. Посрач отнимает 16 хп. Есть! Так, теперь нас уже двое. Давай, выходи, будем вместе искать. Так, никого. Вот мне кажется, вот это тоже настоящий игрок, но давайте последим за ним. Может и нет. Так, я слышу, уже кто-то напрягает жопу свою, чтобы посрача вписать. Да, так ты, конечно, далеко не уедешь. Надо логически выискивать и мочить их. Вот смотри, нет, это NPC точно. Тут тоже NPC. Они здесь ходят и специально троллят нас. Например... Так, 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 сейчас мы найдем. Вот, смотри, вот это игрок. Смотри, смотри, даже видишь боком. О-о-о, я вы... Иди сюда, Да так нечестно, это у тебя быстрая утка. Не, ну я буду убегать. Если я буду аниматроником, я буду реально убегать. Так, нас уже трое. И играет 6 человек. Поэтому еще мы нашли... А, троих, четверо, еще двоих. Испугал меня, блин. Так, давайте, кого не нашли, скажите. Я сок яблочный нашел. Так, бульбазавр и сок яблочный. Мы должны вас найти, поэтому идемте вас мочить. Вот это игрок настоящий, вот чувствую. Нет, чувство меня подвело. Вот это. Чувство меня не подводит. Вижу, что это настоящий не игрок. Ты. По жопе тебе. Наконец-то эта серия, когда я могу аниматроников просто избить ногами по жопе. Если вам тоже такое нравится, и вы хотели тоже бы ногами побить аниматроника, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А мы дальше лупим подсрачника. Даже если это не игрок, мне просто это нравится делать. Давай, сколько ты убил детей? На тебе в животину. Вот, вот, вот. О, толкает меня даже. Ты чё? Эй! Ребята, ловите его! Вот он, бешеный Фокси! Ты куда убежала? Нашли меня. О, сока нашли. Остался один. Так, знаете, что нам надо будет сделать? В следующий раз надо будет как-то сделать, чтобы у NPC тоже был один хп. Получается, мы когда будем убивать NPC, все меньше и меньше будет оставаться, и мы уже видеть, кто настоящий игрок. Я тут... Так, его не нашли еще. Меня. Бульбазавр, ты остался один. Ты просто какой-то читер, которого надо наказать. Он за Фокс играет, он за Фокс играет. Он... Я вижу, вот он бегает, этот челепиздрик. Давайте, все за ним. Давай, ты попадешься. Ладно, он слишком быстрый, ребят. Придется ловить его пистолет. На тебе! Все, всех нашли? Да. Готовы. Ну что, давай, сок яблочный, на тебя вся надежда. Ты должен нас найти. Иду искать. О, привет, Ангрипан. О, я вижу, он за этого бегает. За капхедика и погоняется уже за их настоящим игроком. Я это вижу. А мы просто погуляем. Ну что, давай свои впечатления. Легко находить игроков или мочить? Да пока легко. Ну ты только должен камеру в руках брать. А, да, хорошо. Ну конечно, ты же видишь на настоящих игроков. Ты должен угадывать так. Вот, мне кажется, игрок постоянно. Так, пацаны, пацаны. Так, Angry Panda, фигач. Кто-то Фокси. Вот, бежит, бежит.
Да в смысле? Есть, отлично, а я выживаю. Сколько ты подстрашек наносит урону, боже мой? 16 хп. 16, уверен? Да. Что-то кажется, что больше. Не, 16. Так, я совершенно метровенько взял. Лично проверяли. Покажи. Я потерял, блин, потерял свою добычу. Так, а я просто буду выживать, дальше ходить. Пацаны, я прям возле вас хожу, вы меня не видите. Вот прям возле вас. Не видят меня. Давай, давай, ували меня по срачникам. Так, я слышу, где-то еще бегают тут пацаны, не вижу никого. Так, так, так. О, вижу, вижу. Так, вот я хожу возле Капхеда, он мне не может ударить. Нашел, нашел, подяши, подяши, бегающий. Не-не-не. Не, ну бегать это уже слишком читерно. А кто там бегает? Я ви... Опа, есть, есть. А чё нельзя бегать-то? Нельзя, нельзя. Я вот бегал по-настоящему, убегал. Ой, догонял. Убегать-то тоже прикольно. Хожу возле пацанов, не видят меня. Вот прям рядом хожу. И лупят, и лупят. Они могут по мне попасть. Ну ты же не такой глупый будешь застревать в этом отроде. Ну конечно, ну конечно. В столбах, в машинах? Нет, не ты. Не-не-не-не-не. Что-то ты обманываешь, что ты рядом с нами. А, не вас читер! Чё? Читер, читер, он на крыше! Да это не я! Это нет. Он на крыше. Надо ловить его. Да это я не на крыше! Идём, идём. Отвали! Отвали от меня, отвечай, это не я! Да это не я! Это ты. Пацаны, я разбился с крыши. Это нечестно. Давайте сделаем сейчас такую фишку. Не надо было скидываться. Давайте сделаем так. Я очищаю карту. Просто для интереса, получится нам такой новый режим придумать или нет. Давайте я возьму аниматроника. Вы мне сделаете 1 хп, и вы можете использовать только посрачники. И сможете ли вы меня поймать по всей карте? Одного аниматроника, и вы все. Готовы? Давайте я не буду брать Фокси, он сильно быстрый. Давайте возьмем такого. Во, в меру. Не сильно... А, нет, это быстрый. Во, смотрите, не сильно быстрый. И не сильно медленный. Пацаны, давайте. А, я могу не видео вставать. Ну что, ребята, тестируем новый режим. Вы присутствуете, как это все иногда происходит, без записи. Давайте, вы должны меня замочить. Подсрач против аниматроника. А я бегу, бегу, бегу. ТП-хаться я не могу. Нормально получается, мне нравится. Что догоним тебя. Да-да-да-да-да, я верю в вас, пацаны. Пацаны, я его с другой стороны зажму. Ах ты ж читер. Куда пропал? Я вовнутрь забежал. Да ну не. А я бегу дальше, гуляю. Пацаны, давайте, я вас верю. Ну, кстати, этот, наверное, режим не зайдет, да, так как... тяжело попасть. Давайте сделаем так. Стойте, не бейте меня. Я сделаю и возьму вообще... А как... А у нас тут медленного аниматроника. А на самом деле есть. Мы можем просто взять с другого пака. А ну вот этого вот. Нет, это тоже быстрый. Ой, очень быстрый. Довольно-таки быстрый. Так, а вы же взять такого медленного? Быстро. Быстрый, да? А ну попробуй. А, это всегда медленный. Ага, тебе в грани нужно. Можешь просто так побегать, что ли? Сейчас, сейчас, сейчас. Во, смотрите, о. Идеально. Давайте, 1 хп делайте мне. Да не бейте меня, потрачники. Я еще жить хочу. Ребята, желаем его заранее. Так 1 хп сделайте. Все, давайте, пацаны. Можете меня мочить. Но при этом я могу тп-хаться. Да вечно какой-то есть бог, да, аниматроники? Давайте, без тпханья. Побейте меня. А я бегаю по кругу столба. Пацанчики хотят убить меня. И мочат они друг друга. Акула, это обстоятельство. Мы же веселимся. Кстати, этот что, аниматроник тоже быстрый? Он же попал, в смысле? Да не попал, 1 хп. Ой, я так давно не угорал, это реально весело. Надеюсь, вам понравится, вы подпишитесь на канал, поставите лайкосик, ведь ролики выходят каждый день на канале Димас.ТВ. Эй!
Обманка сработала успешно. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Нига, Бисар, Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 3. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Какой аниматроник настоящий?». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Если честно, я хожу как шайтан. А я сейчас тебе угадаю, где ты. Вот тебе кажется, вот это настоящий игрок. Не знаю почему, но мне кажется. Эй, этого сейчас челика еще и не поймаю. Так, он не настоящий. Знаете, что самое интересное? Я знаю Серегу, он может зайти вовнутрь, в угол, куда он стоит и шкериться, да? Да, да. Я угадал? Угадал. Или вот он. Да, я вот прям так сижу там в углу и, как ты сказал, шкерю. Сраники. Видишь? Предугадал я, что это... Привет, чумной. У вас же по одному хп, да, пацаны? Да. Все, понял. Так, а мы пока сделаем экскурсию. Ой, обезьянка побежала. А кто из... Это кто-то из вас обезьянка, да? Нет. Испаханьтесь. Она сама по себе так бегает. Очень быстро, ее посрочем не поймаешь. Это просто нереально. Ребята, если вам нравится этот ролик, поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, что-то я зря по пиццерии хожу, потому что здесь никого нету. Да, я тебя все это время обдуривал, я на крыше. Можешь поставить на хп мне? Ага. Ты врешь, на крыше никого нет. Нет, я на крыше, с чего ты? Двойной прыжок активирован. Так, я не вижу тебя. Видел, 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 видел. Вот говно, да что ж. Смешно. Кстати, кстати, давайте сразу возьмем фотоаппарат, чтобы было все по-честному. Так, все, я уже должен угадать, кто из них кто, поэтому начинаем ускоряться. Есть! Ах. Есть! Кого я убил? Бисар. Тёму. Так, Тёма, давай, надеюсь, ты мне поможешь, нас уже теперь двое. Будем ходить, стрелять под срачники. Так, фотоаппарат взял, все по-четкому. Ну, мне кажется, Тёма, он знает, кто из вас кто. Нет. Не? Слышь, ты инвалид, отойди отсюда. Так, я бегу с ним. Проверяем, проверяем. Так, это не оно. Вот это оно. Давай его лупанем разочек. Нет. Не получается. Плохо нет анимации пинка, было бы прикольно. А есть такой мод? Где пинок видно? Да, должен быть. Надо скачать. Ой, блин, я тебя, наверное, вдыхало лупанул, да? Да, есть. Ну ничего. А сколько отнимает пинок? 16 кп, да, вроде? Да. Нормально. Ты чё, тут стоишь, говно? Не могу попасть. Посрача сидя, пробовал стрелять? Не могу попасть, потому что челикса. Так, мы уже тут всех посмотрели, мне кажется, тут... Ну это металлическая жопа настоящая, не настоящая. Так. Кто-то из них сидит в костюме. Аниматроник. Его побежал. Вот побежал. Смотри, 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 ах ты хитрый жук. Кстати, это в правилах не обсуждалось, поэтому так можно. Слышь, мы тебе должны бежать и посрочь ему прописать. Да. Эй, жопа, ты что делаешь? А кто это из них-то? Серега, это ты. Нет. Это ты, а что ты ржешь? Окружай. Блин, я бегаю и посрочь стреляю на дурачка. Вдруг попаду? Не попадете. Нет, не поймаете. Бисар! Ты меня посрочником убил. Так нечестно. Так, я помогу тебе. Вот я вижу обезьянку. Мне кажется, обезьянка вот этот челик какой-то настоящий. А, ну что ж ты такой-то? Да, настоящий челик, обезьянка, стой! Я за обезьянкой гоняюсь, ты зачем челиком, а не? Упал же. Да, нет. Это... Так, вот-вот-вот-вот. Я в толпу зашел. Серега, что, не может поймать? Убил он тебя? Да. Так, нас теперь трое против одного. Кому мы... Нига должны найти.
Чумной додик. Чумной додик, ты где? Он обезьянка, вот она, мне кажется, зеленая. Не, он, по-моему, другой. Да? Блин! Ошибка. Так. Убил, Димас! Да? Да. Блин, у меня так, Серега, тебе выпадает честь. Большая честь, теперь ты. Улетай за карту, а мы возьмем себе аниматроников и будем сливаться с толпой. Да без проблем, я в скайбоксе посижу, вот он, я здоровый. Хорошо. А вы такие маленькие. Алог. Так, а ну сейчас я себе возьму челика. Все, выдавайте мне одно хп. Есть. Одно хп выдано успешно. Все, я лечу за вами. Все, давай, Серега, мы готовы. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Я ж найду вас, гады. Не. Ага, попался, кто ты? Тёма, ты? Ты не поссал одно хп. Стоп, у него не одно хп? Да, у него не одно, все, теперь одно. Не, должно одно быть. Все одно. Мочи, мочи его, давай. Это догонялки с подстрачником, скорее всего. Я так давно не угорал. Давай, давай, ты сможешь, я в тебя верю, Серега. Давай, 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 ты сможешь. Да блин, у меня лагает. Да? Давай я удали, хочешь парочку? Давай. Во, удалил реально многовато. А блин, я тебе уже попал под странник. Не, наверное, не попал. Да больно вот попади уже. Да почему-то не может он. А где Серега, а где Артемка ходит? Я хожу. А, вот он за машиной ходит, я вижу тебя. Димас палил. Димас там обезьянки. Я смотрю, как Серега играет. Давай, давай, Серега, ты сможешь. Ну, тяжеловато, честно скажу. Вот вроде играешь, или когда будешь смотреть видео, легко. Ну, тебе не выйти отсюда. Тёма, это ты, да, за обезьян? Не-не-не-не. Да-да-да-да. Не-не-не. Чумной, пинай его. Это я. Отвалите от меня. Куда он делся? Так нельзя. Как насчет пинка под зад? Не, я не разрешаю тебе. Где еще одна обезьянка? Я не понимаю. Оно далеко. Если ты сейчас будешь читерить, я тебя забаню, серьезно, не надо, я хочу выиграть еще хотя бы 1000 минут. Я не читерю. Давай по-честному, я не использовал никакие возможности, даже на В не пролетал. Чумной, реально, давай по чесноку. Ну. Да я случайно. Не-не-не-не-не, так не пойдет. Опять. Сейчас. О, я убил Тёму. Давайте, ребята, я один. Я специально... Да ты жопу! Это было прикольно. Ребята, предлагаю сделать что-то очень плохое на этой карте, чтобы всех NPC-шек уничтожить. Вы готовы? Нефиг делать. Готовы? Так, Серёга, а ты какую бомбу будешь взрывать? Сейчас, стоп. Мне кажется, очень много жизни у них. Или они, сейчас, или они бессмертные, кстати. Да, Серега, они бессмертные. Не-не-не-не, да. Ладно, план Б, где она, моя детка? Не, у тебя нет у тебя твоих деток больше. Есть, я проверю админский пистолет. Не, они что-то бессмертные. Не, они смертные. Просто оружие у Сереги очень слабое. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Кэтмакс, Робик Аркарыч, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Всем привет!
Карта у нас Gravity Falls. Рубрика «Какой аниматроник настоящий?». Если вы пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Если вам понравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Это настоящий игрок. Нет. Серега, сколько у них вообще жизней? У аниматроников вообще 8500. 8000. Я игрокам выставил по одному хп. Не-не, если я буду настоящего убивать аниматроника, 8000 разделить на 16, сколько надо построчей вписать? 40 тысяч лет спустя. Вот, смотрите, вот, уходит от меня. Так, я еще ни одного аниматроника убил. Вот. Я просто у Димаша за спиной бегаю. Ты так нечестно! Тебя видел. Ай, жук, ты убежал, я так подстрачниками не могу быстро руководить. Че, как она там? У меня не, нога не такая длинная. Яй! А вот это вот. Есть! Кого я убил? Фликс, теперь нас двое, давай. Два подстрачника хода, погнали. Вот, ходит двое, давай их начнем тоже пробивать. Надо каждого пробить. Нет. Не хотят пробивать жопы свои. Так, а где акула? Я ее не вижу. Вон акула. Тоже ходит. Вот, смотрите. Вот это, мне кажется, Кэт Макс. А ты падла! Иди сюда! Так нечестно! Хорошо. А как же мне его убить, если он не дается? Крячка стала и стоит. Вот это тоже игрок! Ах ты жопа! Да как мне вас убить? Мы ж не так не договаривались. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Я сейчас возьму режим маньяка и так убью. Эх ты! Ну смотри, промахнулся! Вот, тут тоже игрок настоящий остановился, походил. Есть. Ай. Фишмен, отлично. Пацаны, давайте будем как-то их ловить через движухой. Ну вот, настоящего игрока видно сразу. Нет, это не настоящий игрок. Фредди убегает. Ну, Серега. Как его поймать? А, внутри вот туда? Кэт Макс, ну как я этот злодотик застрял, не дает мне убить тебя. Подожди, он же может невидимый еще, да, встать? Ого, вы слышите этот звук? Да кто-то дверь пинает. Нифига себе, калитка. Как будто я поворотом лупашу. Я беспалевно слежу за Димасом. Так, что открыть? Вы чё, а тут доме? Какой-то додик, короче, этот NPC обычно калитку мне тут всю закрыл. Ладно, давайте выйдем через другого. Да что ты смеешься? Они мне ходы позагораждали. Правильно делают, защищают своих собратьев. Слышь, ты бомж, ты чё уходишь и приходишь? Я не туда пошёл, ты можешь. Серёга, как тебя убить? Ну, сначала найди меня среди аниматроников. Так, ты найти, ты убегаешь. Вот смотри, я тебя нашел. Это не а, я. А, это не ты, ну вот я тебя нашел. Да? Угадал? А что ты смеешься? Да я блин, ну ты меня не запалишь, я тут и затем побежишь. А я взял построч, я тебе резко прописал в животину. Так, Серега, я хотел тебя найти, я тебя нашел. Давай помогай нам. Все, ищи, помогаю. Сейчас, короче, этот... Вот сейчас... Я всем построчи даю, Дима. Сейчас будем Кэт Макса ловить движухой. Окси. Я прям за Димасом слежу. Он Фокси у нас. А, ну иди сюда. Плохо нельзя сделать, чтобы посрачник убивал моментально. Димас, был бы режим по такой поприкольней. Вот как... А, нет, все-таки это не игрок. И ну раз так NPC себя ведут, кажется, что игрок настоящий. Раз, повернул в другую сторону, начинает уходить куда-то. А они еще как определить NPC от человека, то что NPC сам по себе, это бывает в стенке застрелить. Это берет и в стенку тупо идет. Я, кстати, в старых сериях это использовал. Упирался в стенку и стоял, мимо меня все пробегали. Так я так же делал. Да? Сейчас.
Да. Ага. Ну я как-то не знаю, рандомно бегу и всех лупашу. Не, ну это NPC-шка. Чика, Чика, я бегу за Чикой. Вот Чика это да, это тот челик, которого я хотел поймать тогда. Чика, 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 ловите Чику, Чику ловите. Чика и Фокси. Вот летающий. Да куда бежите, ё-моё, Чику ловите, вы чё, её надо окружить со всех сторон и фигачить. Да сейчас запинаем. О, Фокси, Кэт Макс, я вижу тебя, говнатый кусок, я тебя поймаю и это, посрачь. Вижу, вижу Кэт Макса, вижу Кэт Макса. Нельзя. Нельзя. Хорошо. Погнали дальше. Вон он, Кэт Макс. Вот, вот, вот. Ах ты ж лоб, вонючий. Я бы, братан. Мы двое остались. Так. Кэт Макс, я тебя поймаю банихопом. Ты засранец такой. А, шустрый кролик. Я заяц. Ой, я заяц. Надо как-то его поймать. А как? Сколько мы поймали вообще? Надо его со всех сторон окружить просто. Так надо по нему еще и посрочем попасть. Ты когда бьешь, останавливаешься. О, еще б чуть-чуть бы и попал. Еще б чуть-чуть. Так. Кэт Макс, Кэт Макс, вот он, вот он, вот он. Да ну блин, я ну, мимо дыхала, прописал свою плюху. Их двое тут. Вот Крячка и Фокси. Ну блин, моя нога, я как кунг-фу прописал. Нам надо всем объединиться и схватить хотя бы одного. А где все, я не знаю. Мы только втроем, что ли, ищем? Я, ты, еще кто? Ну, блин! Ну, стой, бомж! Нас двое. Я сейчас тебя заморожу. И буду бить тебя тогда ногами. Надо так. Короче, Серега, иди ко мне, вот он за деревом. Я его почти пнул! Я вообще-то попадаю, но вот чуть-чуть чего-то не хватает. Так, вокруг пойду. Ах ты хитрый жук, да? Вот так ты с нами заговорить. Я сейчас тебя заморожу специально. Замораживающим оружием. Я так и знал, что это фальшивый аниматроник. Заморозь, Димас! Не, сейчас это, паутиной. Спайдер-модом. Куда ты прячешь его? Невидимая штука стала, да? Так нечестно. Честно, честно. Не, Серега, честно, пусть так и выйдет. Мы сейчас поймаем их. Так, наблюдаем за всем. А, я вижу, красавчик. Димас, Кэт Макс бежит к вам. Ну вы чего, а? А чё другие не берут, я не понимаю это. Так. Слышь, ты жлоб. Хорошо. Не понимаю, да, он по-хорошему? А где наша замораживающая кабака? Фига чего. Да я не могу попасть по этому жлобу вонючему. Ой, Серега! У тебя такая поза была смешная. Да, я видел. Я же за вами наблюдаю. Потому что вы меня не видите. Не видите. Да я ж попал. Стелс 8000. Я по Кэт Максу хочу попасть. Они очень тяжело попадаются. Странно сказано, но так и есть. Макс, не беги ко мне, зачем? Так, не могу найти никого, я не понимаю, что это за черты такие. Фигачи, Димас, огонь. Да не могу попасть, оно уже шустрая морда. Кэт Макс, так нечестно, я тебя сейчас убью. По-любому. Я за дерево. Я хочу заморозить и побить его, честно говорю. Нет, Макс, беги там Серый. Я сейчас достану секретное оружие охотников. Серый далеко. Нет, не далеко. Правильно, спасибо. Я вижу, что Димас, что? Тут ты слабенько, знаешь, давай-ка я лучше. Ну давай, я пока мне с этим пофигачу. Есть, я попал по Кэт Максу. Отлично. А что за читы? Какие читы? Это ты читеришь. Ты взял и убегаешь на шив. Знаешь, как тяжело попасть? Ты очень быстрый. Я цепляюсь за жизнь. Я тоже. Ага, сейчас вам не поможет никакое цепляние за жизнь. Да, Серега?
А что так слабо? Начинается апокалипсис. А что это такое? Ой-ой-ой. Я побежал, я вспомнил. Ну хотя тут не убежишь, да, от такого? Ой-ой-ой-ой-ой. Всего одного NPC мы не убили. Ой-ой. Все, Gravity Falls в данный момент закрыт на ремонт. Хижина Тань спалена успешно. Я думаю, что уж, если вам понравилась эта серия, хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!